Добрый вечер, дорогие гости. Вы знаете, я начну с того, что рада, во-первых, для нас присутствовать сегодня, знаменательный день рождения, 95-летия нашего деда, на таком грандиозном, на самом деле, для нас событии, потому что очень долгое время, скажем так, работы деда не так широко, можно сказать, не экспонировались, и, к сожалению, у нас не было налажена связь с историческим музеем, и как бы не было возможности, чтобы организовать такую масштабную выставку, поэтому мы настолько благодарны организаторам, особенно Марии, с которой мы на самом деле сегодня только первый раз увиделись и познакомились, но настолько почувствовали вот эту какую-то связь, видимо, все-таки это нас сам дед свел, потому что человек настолько с такой теплотой, с таким трепетом отнесся к организации этой выставки, и мы просто благодарны, и, во-первых, Марии, во-вторых, всем организаторам, которые участвовали в подготовке этой выставки, школе акварели Андриаки, что вы смогли предоставить помещение для того, чтобы это произошло, и от всей нашей семьи, к сожалению, мы все не смогли приехать, но как бы мы в лице своей семьи благодарим вас за то, что что вы смогли организовать такое мероприятие. Не знаю, когда мы ехали на эту выставку с сестрой, очень было трудно собраться с какими-то словами. Ну, как сестра сейчас сказала, в первую очередь, что приходит в голову, это слова благодарности. А второе, что нам, к сожалению, а может быть, на данный момент, я скажу к счастью, что я имею эту возможность дожить до того момента, присутствовать на выставке своего деда здесь, в Москве, потому что он здесь родился, он любил Москву. Он жил, трудился, работал. Хотя нашу семью все раскидало. Вот как сказали, я приехала сюда из Хельсинки, сестра живет в Таллине. У нас есть семейное гнездо. Это дом, который построил дедушка с бабушкой. Он находится в Эстонии, да. Он находится в Эстонии, и в этом доме мы собираемся. Это место, где мы проводим, мы вспоминаем их, где бабушка рассказывала нам с детства истории про то, как они жили вместе, как они проводили свой досуг. Она нам рассказывала про свои поездки, про то, сколько они километров исколесили дорог, сколько они где были, какие люди, с какими людьми они были знакомы. И сколько друзей было у них, которые приезжали на дачу, и все время они жили бурной жизнью, интересной жизнью, не только как бы вдвоем то, что они проводили время, но у них этот круг, он был, как здесь было уже упомянуто, у дедушки было очень много друзей за пределами России. И, конечно, мы надеемся, что в дальнейшем, так как нам не довелось дедушки видеть, но у нас сейчас есть, наверное, колоссальная возможность вместе с вами работать над тем, и мы этого очень хотим, чтобы все работы, которые у нас есть в запасах исторического музея, как можно больше увидел мир. И спасибо вам всем, кто нашел время сегодня прийти на эту выставку и разделить это чувство гордости за моего деда. Спасибо вам.